Потому что холод, слякоть и ветер. Дай ребус порешать там кому-то. Итак, Алексей, сейчас будет последний пункт нашего с вами интервью. Это опросник Вишневского. Я придумал его сам. Суть его заключается в том, что вы должны отвечать максимально быстро, не обдумывая ответ, хотя... Доброго дня вам, дорогие друзья! За всю мою жизнь люди очень часто спрашивают меня: Олег, а почему у тебя нет девушки? И я также часто отвечаю: какая вам нахрен разница? Но сегодня не этот день. Вы что, достали меня? Ненавижу эту жизнь! Оксимирон, я тебя ненавижу! Достаточно! Давай просто посидим и помолчим. Бред! Мы все же полюбим друг друга. Спасибо, до свидания.